Вот смотрите, какой отличный вид вот с Ростовской набережной в Москве на Киевский вокзал. Вон гостиница Славянская, мост Богдана Хмельницкого, вот это вот стеклянный мост так называемый. Москва-Сити на горизонте. А, красиво. Вот здесь вот личные трамвайчики от Рэдиссона. Ну, он даже вот не личный трамвайчик, это целый пароход почти. Корабль здоровый. Вон электро. Электротрамвайчики речные. Новые вот в Москве. Гостиница «Украина», шпиль виднеется за ним. Ну, вон там дом правительства подальше. Метромост говорящий. Тут не этот, который поближе, он тот, который подальше. Там какие-то разные всегда забавные штуки пишут. Да, хороший вид отсюда. Ну и здесь вот, если будете, здесь вот скверик, там качельки какие-то, так интересно, можно в тени посидеть, вот тут чуть-чуть подальше, на лавочках. Хорошее место. И все, удобно.